Спонсор программы – прибор транскраниальной экотерапии BrainW Force IM777, рекомендован для стабилизации давления при мигрениях, при снижении потенции либидо, стресса. Успешно способствует похудению, не вызывает побочных эффектов. Здравствуйте, это программа «Тема дня» на канале Этон ТВ. В студии Михаил Юровский, и мы обсуждаем теракт в Квебеке, в мусульманском центре, во время которого от 2 до 3 террористов открыли огонь по молящимся и убили, предположительно, 5 человек. Всего в это время находилось в мечети порядка 40 человек. С нами на связи по телефону из Канады, из Торонто, радиожурналист Алла Кадыш из радио «Радио Плюс». Здравствуйте, Алла. Добрый день. Скажите, есть ли... Могу сразу? Да, да, простите. Могу, если я вас сразу поправить, 6 погибших уже и 8 человек в тяжелом состоянии находятся в госпитале, состояние от среднетяжелого до стабильно тяжелого, скажем так, эти 8 человек. И еще 12 человек с мелкими повреждениями. Это печально. А да. Все-таки насчет каких-то новых обстоятельств, есть ли какие-то, может быть, слухи, вам там виднее и слышнее в Канаде, хотя вы... Они только что... Почему слухи? Они только что дали пресс-конференцию, вот все журналисты эту пресс-конференцию смотрели, представители RCMP, полиции, местной полиции штата Квебек, полиция, городская полиция, они все дали только что пресс-конференцию. Значит, расклад временной такой. В 7:10 где-то вчера вечером начались звонки в полицию, что была открыта стрельба в мечети. И где-то в 7:50 уже был первый человек арестован, он был арестован недалеко от мечети. Второй человек позвонил в полицию сам, их было двое. Второй человек позвонил в полицию сам после того, как он услышал по радио, что это террористическая атака и объявлен, охота на него объявлена, все провинциальная. И он сам позвонил в полицию и сказал, что он готов сдаться. И где-то в районе 8:20 вот второй человек тоже был арестован. Два молодых человека, они упорно сегодня избегали любых вопросов от журналистов по поводу того, откуда эти люди, какого они происхождения. Единственное, что они сказали, что они молодые, что это мужчины, и они молодого возраста, от 20 до 30 лет. Не о том, какого они происхождения, не о том, из какой страны, жители Канады, какого они цвета, ничего они категорически не сообщают, пока не будет закончено расследование. Это мечеть не первый раз, там происходят инциденты где-то, по-моему, 4 или 5 месяцев назад, когда был Рамадан? Вот во время Рамадана им подкинули свиную голову прямо под дверь мечети. То есть это было квалифицировано как хейт-крайм, как ненависть. На почве преступление на почве ненависти. На преступление на почве ненависти искали, но не было закончено это расследование, не нашли, кто это сделал. Но вот это второй инцидент. И я повторюсь, что уже 6, к сожалению, уже 6 погибших. Хорошо, то есть на данный момент никаких подтвержденных данных, потому что есть разные слухи, в том числе и в довольно серьезных СМИ, которые их, естественно, цитируют, что якобы это люди с мусульманскими именами, с мусульманским бэкграундом, с северноафриканским бэкграундом. Это все на данный момент не является подтвержденной информацией. Это ничего не подтверждается. Все официальные средства массовой информации канадские настаивают на том, что они не будут до конца, во всяком случае, в тот момент, когда они назначат появление их в суде, да, это может произойти даже сегодня вечером. Как только они говорят, что вот тогда-то и тогда-то саспект появляется, подозреваемый появляется в суде, в этот момент они выпускают информацию о том, кто он и что он. Пока они настаивают на том, что, во всяком случае, делают все возможное, чтобы эту информацию контролировать. Поэтому все эти слухи, это пока только слухи. Вчера были слухи, что это white supremacists, сегодня были слухи, что это африканцы. Это все неподтвержденные данные. То есть пока наверняка никто не знает, кто эти люди. А каков их статус? Они только подозревают? То есть есть ли какие-то обоснованные подозрения? Об этом полицейские не говорят? То есть, может быть, это просто какие-то извращенцы, которые... Или больные, душевно больные люди, которые захотели признаться? Нет, я не думаю, потому что когда сдавался вот этот второй, когда сдавался, он именно это сделал, когда он понял, что
объявлена охота именно на то, что это терроризм, квалифицировано как терроризм. В этот момент он сам позвонил в полицию. То есть если бы это был человек душевно больной, скажем так, ну, сообразить, сложить дважды два, чем ему это грозит, и позвонить сам сдаваться, то есть просчитать возможные варианты, да, ну, вряд ли бы он смог. То есть человек вполне себе вменяемый. Плюс, опять-таки, если он вполне в состоянии позвонить в полицию и договориться об условиях сдачи, то, значит, он, ну, по крайней мере, хорошо говорит по-французски, да. Потому что... Да, по крайней мере. Скажите, а да. Вот внутри Канады, может быть, в самой провинции, да, в франкофонной, насколько это является обычным делом, когда ни полиция, ни пресса упорно не желают раскрывать имена, даже намеком или происхождение суспектов, подозреваемых? Это на самом деле это достаточно часто происходит, чтобы не было дополнительных спекуляций по поводу там политических мотивов. Они, кстати, на пресс-конференции по поводу мотивов тоже сказали сегодня, что они не хотят спекулировать и что об этом будет объявлено, когда закончится расследование. То есть они не хотят лишних спекуляций, а потом, опять-таки, они не хотят никаких на почве ненависти, разжигать. Чтобы были дополнительные инциденты, конечно, потому что это может спровоцировать кого угодно. Поэтому они изо всех сил удерживают информацию. Иногда бывает, что она просачивается, потому что, допустим, если это на улице что-то произошло, то сейчас же все ходят с камерами в телефонах, и люди снимают это, просачивают в информацию, ну, в прессу. Но поскольку это было внутри мечети, и там никто, понятное дело, на телефоны не снимал, то сам факт вот этого преступления никак нигде никакого видео не было. Там есть security камеры, и, конечно, они будут их просматривать. Но там в тот момент никто не снимал, поэтому не просочилось это ничего. Понятно. Хорошо. А какое отношение общества, например, есть ли какие-то дискуссии, может быть, которые ведутся сейчас по поводу того, что вот Канада, у нее имидж такой, в отличие от Штатов, государство, которое очень жестко контролирует распространение личного оружия среди граждан. То есть оно очень жестко ограничено. И я вот, по крайней мере, в соцсетях и на нескольких сайтах видел, что показывали, что журналисты даже. Не помогает отсутствие оружия, не помогает жесткий контроль правительства за распространением оружия. То есть все равно террористы его где-то находят, где-то его покупают, приобретают, ну, и совершают насилие. Нет, я даже скажу, что не где-то. К нам приезжает оружие однозначно через американскую границу. 90% оружия – это нелегальное оружие, нелегально перевезенное из Соединенных Штатов к нам. Легальное оружие, которое здесь, да, есть у людей, оно регистрируется. Оно, во-первых, все зарегистрировано, да, и все знают, что это такое. Во-вторых, это такая головная боль получить легальное оружие. То есть у нас не то, что запрещено, у нас это можно. Охотники там где-то, особенно в северных районах, они получают. Но это дикая совершенно головная боль получить разрешение такое. Причем можно получить разрешение тоже на охотничье ружье, да. Носить пистолет, конечно, никому не разрешается. Но... это легальное оружие, да, зарегистрировано, и к нему доступ ограничен, а к нелегальному нет, так же, как и с наркотиками, и со всеми другими плохими вещами. То, что привозят нелегально к нам в страну, так же, как и в другие страны, оно попадает в руки, конечно, плохих людей, да, для этого и привозят. Да, вот это вот я хочу и понять, то есть насколько общественное мнение склоняется к тому, что вот эта политика правительства по ограничению легального оборота оружия, она неэффективна, то есть, может быть, пришло время его пересмотреть, подобно Штатам, и раздавать более... Я думаю, более... что у нас... Нет, у нас этого никогда не будет. У нас даже самое консервативное правительство не поднимало этот вопрос. Сейчас у нас либеральное правительство, они тем более этого не допустят. То есть это ган-контроль, это все равно останется и будет проводиться достаточно жестко, вне зависимости от того, кто у власти. Ну, конечно. Это даже не... Это, в общем, даже не обсуждается. У нас было вот это gun registry, единственные как бы вопросы, которые были связаны с вот этой регистрацией оружия, были только вопросы по поводу того, что это очень трудоемкий бюрократический процесс, и может быть как-то можно его упростить, вот такие вот вопросы, чисто бюрократического характера. О том, чтобы разрешить оружие, у нас даже никогда дебатов не было. Понятно, то есть в этом, это одно из четких отличий от Штатов, то есть между Канадой и Штатами. Ну да, но опять-таки я говорю, это же не значит, что к нам нелегальное оружие не попадает. Оно, конечно, попадает. Понятно.
Да. Что ж... Все гангстеры точно так же вооружены пистолетами, как и американские вот эти вот банды уличные. У нас их может быть меньше, но они точно так же вооружены, к сожалению. Понятно. То есть проблема остается, и жесткий контроль, он не совсем срабатывает. Нет, нет. Жесткий контроль — это только за легальным оружием, которое и так, в общем, очень мало у людей на руках. Алла Кадыш из Торонто, журналист Радио Плюс Торонто. Спасибо, Алла. Всего доброго. Всего хорошего. Это была программа «Тема дня» на канале ТОН ТВ. В студии был Михаил Юровский. Всего хорошего.